Как интересно получается, если посмотреть на коронационное платье трех последних русских императриц, Мария Александровна, жена Александра II, Мария Федоровна, жена Александра III и Александра Федоровна, жена Николая II, то окажется, что фасон всех трех платьев очень похож. По сути, все три платья различаются между собой только вышивкой, которая в каждом случае, конечно, уникальная, очень красивая, интересная и делалась далеко не один месяц, из-за чего платья еще и тысячи километров наматывали между Москвой и Петербургом. А почему все надевали платья одного фасона, несмотря на то, что моды менялись, время много проходило, ведь одна коронация была в 1856, одна в 1883, а другая в 1896. Да все потому, что Николай I в 1834 году ввел парадную униформу, и с тех пор все одевались в строгом соответствии с ней. Вот как уважали Николая I.